بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, الحمد لله, благодарим Аллаха سبحانه وتعالى, то, что дал нам возможность дожить до этих великих священных 10 дней месяца Дзульхиджа. Аллах سبحانه وتعالى клянется ими в Коране, и Аллах سبحانه وتعالى клянется только великими своими творениями. والفجر وليالي عشر. Аллах سبحانه وتعالى клянется утренней зарёй, утренним рассветом и 10 ночами, то есть 10 дней месяца Дзульхиджа. И эти 10 дней лучше остальных других дней года, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Ма мин айям аль-амалу ахаббу фихинна илля Аллахи мин ашра Зуль-Хиджа». Нету более других дней, в которых бы дела были любимыми перед Всевышним Аллахом субхана ва тааля, кроме как эти 10 дней, первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа. Сегодня первый день месяца Зуль-Хиджа. И побольше в эти дни нужно делать благие деяния, читать Коран, читать дополнительные молитвы, побольше поминать Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, ведь пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям указал и сказал: «Фа-акфиру фихинна мин ат-тахлиль ват-тахмид ват-такбир». В эти дни побольше говорите слова «Субханаллах», побольше говорите слова «Альхамдулилля», «Аллаху Акбар». И даже в эти дни, когда наступали только эти 10 дней, Ибн Умар и Абу Хурайра радиаллаху анхума выходили на рынок и напоминали людям, мусульманам, то, что они должны произносить азкар и форма такбират, которую мы знаем: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла илляха илля Аллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ва лилляхи лхамд, Аллаху Акбар кабира, вальхамду лилляхи кафира, ва субханаллахи букратан ва асила, ва саллаллаху аля сайидина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи ва саллама таслиман кафира». Эти азкары побольше произносить, альхамдулля, когда ты едешь на работу, когда стоишь в пробке, когда ты сидишь, ожидаешь кого-то, альхамдулля. Аллах субхана ва тааля любит, когда люди читают Коран. Аллах субхана ва тааля в эти дни еще больше любит, чтобы люди читали Коран. Аллах субхана ва тааля любит, когда читают дополнительные молитвы. Но в эти дни Аллах субхана ва тааля еще больше любит, когда люди читают дополнительные молитвы. Аллах субхана ва тааля любит, когда люди дают садака. Но в эти дни Аллах больше любит, Аллах субхана ва тааля, чтобы люди давали садака. Шейх, правда ли, что сунна поститься все эти 10 дней? Нету конкретного хадиса, который бы указывал, чтобы поститься 9 дней подряд или 10 дней подряд месяца Зуль-Хиджа, первые дни. Но так как возвращается в хадис, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: нету более любимых деяний, более любимых дней для благодеяний, кроме как эти 10 дней месяца Зуль-Хиджа, то пост этот из великих благих дел, он тоже туда входит. Но чтобы конкретно, где бы пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал бы: поститесь 9 дней подряд, такого хадиса нету. Есть ривая от супруги пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, Хафса радиаллаху анха, то, что она видела, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям постился. От Аиши радиаллаху анха ривая, то, что она не видела. Поэтому ученые говорят, в те дни, когда он был вместе с Хафсой, он, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, постился. Когда был вместе с Аиши радиаллаху анха, он не постился. Поэтому что, хотя касательно поста, альхамдулля, если человек постится, это благое дело, альхамдулля, из благих дел. Если сможет пропоститься все 9 дней, альхамдулля. Если не сможет пропоститься все 9 дней, там, понедельник, четверг, альхамдулля, хорошо. Если, например, ему вообще тяжело поститься, бывают такие люди, у них, то есть, когда постятся, как говорили некоторые сахабов, табиинов, когда постимся, то, что тяжело бывает читать Коран, тяжело бывает, то есть, думать об Аллахе, субхану тааля, так как вот мозг не поступает вот это вот как бы кислород, поэтому человек смотрит по своему состоянию. Аллах субхану тааля в Коране говорит: «Фадхулю мин абуаби мутафаррика». Заходите в поклонение Аллаху субхану тааля через разные двери. Через кто-то через дверь поста, кто-то через дверь дополнительных молитв, кто-то через дверь чтения Корана, кто-то через дверь зикра, кто-то через дверь хорошего отношения к родителям. Но если человек все эти вместе, альхамдулилля, соберет, то хорошо. Но однако указание есть на пост 9 дня месяца Дуль-Хиджа, это день Йаум аль-Арафа. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Сияму Йаум аль-Арафа тукафиру дзунуба ас-санатейн аль-мадия валь-мукбила». Пост в день Арафата для тех людей, кто не поехал на хадж. Потому что тот человек, который поехал на хадж, во время хаджа пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не постился на Арафат. Но те люди, которые не поехали на хадж, в этот день остались в своих домах, в своих странах, в своих городах, то им желательно поститься. Этот пост в этот день Арафа прощает двухгодичные прегрешения, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, прошлого и следующего года. Субханаллах, один день поста прощает прегрешение 2 лет. Поэтому также этот самый такой великий день, день Арафа, 9-й день
Зуль-Хиджа, в котором Аллах Субхану Та'аля больше всего людей освобождает от наказания ада. Шейх, а если день Арафат будет в пятничный день? Да, баракаллафикум, джазакум хайр. То есть в этом году в день Арафа совпадает в пятничный днем. То есть люди некоторые, то есть есть хадис, то что нежелательно поститься в пятницу, поэтому ну, нужно ли поститься, например, сказать, четверг, пятница или пятница, суббота, чтобы отдельно пятницу не поститься, это отношение не имеет к таким дням, которые значимым дням. Например, день Ашура, если выпадет в пятницу, то ты не постишься как пятница, а постишься как день Ашура, или в данном случае день Арафа. Ты не постишься этот день из-за пятницы, а постишься из-за того, что это день Арафа. Поэтому нет ничего в этом такого страшного, если отдельно поститься в пятницу день Арафа. Альхамдулля, это не будет противоречить сунне, валлаху а'ля. Машалла, джазакаллах хайран, шейх. Последний вопрос. Да? Такая кепка модная, откуда она у вас? Машалла. Эта кепка, это фирма Сяжда. И эта рубашка тоже Сяжда. Всем мусульманам, всем братьям рекомендую. Альхамдулля, очень стильно, удобно, машалла. Все как бы закрывает аурат. Поэтому машалла, очень удобно. Давно эту одежду ношу, альхамдулля. Всем братьям советую. Баракаллах хайран, салям алейкум, баракатуху.